Первый запуск с космодрома «Восточный» намечен на 27 апреля. Решение приняла Государственная комиссия. Две недели назад состоялся так называемый «сухой вывоз ракеты-носителя». Генеральная репетиция для сотрудников. Единственное отличие от реальной предстартовой подготовки – испытания прошли без заправки ракеты топливом. Первый запуск космодрома планировалось провести еще в декабре 2015 года, но график работ был сорван. Кроме того, выявлены факты хищения бюджетных денег, превышения служебных полномочий и задержки зарплаты. Сейчас расследуется более 20 уголовных дел.